Добрый день, меня зовут Никита Иванов. Я приглашаю вас на онлайн-курс по защите интеллектуальных прав. Поговорим о том, что такое нарушение интеллектуальных прав, как его доказать, какие способы защиты выбрать, как определить надлежащего ответчика, а также суд, который должен рассматривать дело. В центре внимания будут способы защиты, такие как взыскание компенсации за нарушение исключительного права, запрет использования объекта интеллектуальной собственности, изъятие и уничтожение контрафакта и многое другое. Подробно рассмотрим компенсацию за нарушение исключительного права, как в конкретной ситуации обосновать ее размер или, наоборот, несоразмерность с учетом колоссального количества факторов, которые может учесть суд. Думаю, что этот курс будет интересен как юристам, так и непосредственно правообладателям и пользователям объектов интеллектуальной собственности. Ждем вас, присоединяйтесь.